Саакашвили сдал всех. В интернете он опубликовал секретные данные о расположении украинских силовиков в Донбассе. На днях одесский губернатор посетил под Мариуполем батальон «Шторм», о чем снял видео и поспешил разместить его на своей страничке в социальной сети. На кадрах видны оперативная карта, скрытый пост наблюдений и лица бойцов. Также о позициях военных в ролике подробно рассказывает командир. Поступок Саакашвили уже вызвал шквал язвительных комментариев. «Профессионализм высшей степени» в кавычках. Это самый нейтральный среди отзывов. В украинском генштабе уже заявили, что оценку действиям бывшего грузинского президента должна дать контрразведка. Сам Саакашвили пишет, что публикация призвана обратить внимание на ужасные условия, в которых служат бойцы ВСУ.